sera dal di devere staiette, tu sai a tu. Tu sai a tu. Adesso tu fai in gratocchio rispiette, parve non può. Oggi ma si fuie, te lassa sta. Te lassa sta. E non te corri a preste, non te struie, solo guadà. Solo guadà. Yamma, yamma, capo yammo ya. Yamma, yamma, la capo yammo ya. Ponecole, ponecola, ponecole, ponecola. La capa volta volta torna torno, ma torna a te, ma torna a te. Lo corre, canta sempre in volta l'orno, sposando i ne. Умница, и как она мужественно вышла из двух достаточно таких, ну, для нее, для ее исполнения, для ее тренировок, не очень удачных моментов. Один раз телом, второй раз предметом. Ну, просто великий боец, пожелаем ей и в дальнейшем вот настолько хладнокровно добиваться своего. Ну, кроме физической подготовки, девушки еще занимаются и психологической подготовкой к соревнованиям. Безусловно. Это тренинги определенные. Ну, вы знаете, у каждой гимнастки это по-своему. И, как говорят иностранцы, ну, комикс. Да, Арина, победа. Сейчас мы узнаем, как судьи оценили композицию «Фуникула» композитора итальянского Луиджи Денца. Изумительный поворот. 3, 4, почти 4. Изумительная форма. Очень точные движения. 22. 22 и 4. 4. Арина выходит сейчас на первую позицию. Русия!